Всем привет! Сегодня я предлагаю проговорить про алгоритм реверс связанного списка. Не двустороннего, а одностороннего, который связан в одну сторону. Вот. Как этот список можно развернуть назад? Такое спрашивают на собеседованиях. Мне один раз попалось. В общем, я парился, я так и не решил его. Там без водки не справится. И то... Я его решил только тогда, когда погуглил и нашел решение. Как они хотели, ну, не знаю, как, на что они надеются, когда спрашивают такое. Вот я вообще задаюсь вопросом на интервью. Вот, давайте сейчас поясню саму суть еще детальнее. Так, нам, по сути, надо иметь некий список. Смотрите, начинаем с того, что у нас просто есть нода, да, допустим. У ноды есть значение там какое-то, допустим. Все. Коль, короче, у нас связанный список, то значит у него должен быть элемент, на который он должен ссылаться. А ссылаться на тот же элемент такого же типа. Ну и вот так. То есть получается, у последнего элемента, который в списке, не на что ссылаться, поэтому здесь будет nil, как бы. Ну, как бы логично, да? У первого, соответственно, на такой же там и так далее. Вот, теперь. К примеру, вот так, создадим мы список значения. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь создаем этот список. У первой ноды ссылаемся, приравниваем, чтобы первый ссылался на второй, второй на третий и так далее. Как видите, вот, все. А получается, пятый это ни на что не ссылается, у него будет nil. Вот. Ну и все. И давайте взглянем на сам процесс. А, так, здесь я показываю исходный список, ну, допустим. Мы отобразили текущее значение, значит, к нам приходит нода какая-то, все, у нее показываем значение. Если она не равна nil, то снова делаем рекурсию и отображаем следующий элемент в списке. Ну все, если крайний элемент, то, соответственно, ничего не отображаем. Ну, его можно, кстати, там не выводить, ну, в общем, ладно, пускай пустота. Так. Ну и все. Дальше. Вот тут развернули список. Reverse One. Давайте взглянем на него. И вот тут вся магия. К нам приходит некая нода. Условно обозначим ее как бы головой. Это как бы главное, да? Откуда начинается? А начинается, как мы видим, с ноды 1. Вот так, все. Создали указатель ноды, предыдущий и следующий. То есть есть еще, значит, посередке. Mid. Тоже. Ну, условно. И смотрим на сам алгоритм. Тут у нас цикл до тех пор, пока head не будет равен nil. То есть выполняйся до тех пор, пока он не равен nil. Когда равняется nil, тогда уже не выполняйся. Соответственно, когда он дойдет до 5, вот до этого, тоже не выполняйся. Ну, как бы логично. И теперь начинаем. С головы возьми следующий. То есть, смотрите, вот этот nil, next. Возьми следующий, то бишь 2. У этого хеда 1 число. Теперь хеду... Как бы условно второй ноде мы говорим стань нилом. Вот второй ноде мы говорим стань нилом. То есть мы как бы сохранили вот это значение сюда. Prev равняется head. Предыдущий равняется head. То есть, смотрите, теперь получается этот next. Next равняется prev. То бишь nil. Prev предыдущий равняется head. То бишь 1. Head равняется next. 1 равняется 2. Правильно? Риторический вопрос. Ну, в общем, вот тут сложновато. То есть, признаюсь, хер там этот. Догадаешься, как говорится. И возвращаем предыдущий элемент. Такая галиматья. Теперь давайте... Блин, это надо заучивать, ну, однозначно. То есть...
На самом деле вы это заучите, да, на следующий день вы черт это забудете. А когда спросят подобное на собеседовании, тогда просто, по-моему, проще прокучить, игнорировать. Ну, сказать, я помню это, но я сейчас забыл. Не хочу плохому учить, но я думаю, это будет наилучший выход. Либо перед собесом явно повторять. Явно повторять вот все вот эти ключевые моменты. И этот алгоритм, другой алгоритм, там сортировка, этот и так далее, Фибоначчи и другие. Ну и все. Давайте посмотрим на результат. Значит, смотрите. Вот тут развернули. Результат у нас уже получается, он же, то, что он вот развернулся. Все. Обращенный список, все найти. Вот исходный список. Окей. Короче, обращенный список. Окей. Что-то я здесь еще мутил. Так. 44 поменяли у четверки. Смотрите. Видите, он связан. Ну, в общем. В общем, снова отображаем пятый предлист. Вот тут у нас, смотрите, список-то развернулся, result. Все. Указатели там, в общем, перевернулись. Тут я начинаю, видите, с ноды 5. С ноды 5. И нода 5, она, как раз она раз идет вот в обратном вот реверсе. Ну, в смысле, в таком, в каком она уже существует, там, после всех манипуляций. И потом я начинаю этот еще раз, этот список. Он же по указателю у нас, поэтому, видите, так этот, так сказать, влияет на одну цепочку. Вот этот. Ну и все. И потом еще раз мы этот уже реверс-лист еще раз делаем реверс. И получается обратная ситуация. 1, 4, 5. Вот так. Ну, вот такая тема. Так что берите на заметку. Ладно, всем спасибо. Всего хорошего.